Он с обочины начал на разворот уходить. И мы все, врезались в него. Он перевернулся. Авария произошла на оживленном участке дороги. Автомобильный трафик на улице Азина очень активный. Водитель ховера, приехавший в Казань из Ульяновска, об этом, видимо, не знал, поэтому и стал выполнять опасный маневр. В момент разворота и произошла авария. Я разворачивался, включил поворотник, посмотрел отсутствие препятствий с той и с другой стороны и пошел на разворот. Он меня ударил на моей стороне. Не на своей. Его сторона та, он здесь уже. Бьет меня в бок, и я машину переворачиваю. Водитель кроссовера признался, что в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на это, мужчина счастливым образом избежал серьезных травм. А вот водитель «Лады» с подозрениями на перелом грудной клетки был доставлен в больницу. Машина прекрасная, но она весит 2250 килограмм. И вот этот 700-килограммовый. Она перевернула. Значит, он шел на бешеной скорости. По газам и стал обгонять того уже. Конечно, он виноват. А кто же? Никого не было. Откуда этот вылетел, я вообще не ожидал его. Хозяин ховера уверен, что если бы водитель «Лады» немного притормозил, то серьезную аварию можно было бы избежать. Хотя виновным, скорее всего, будет признан именно автовладелец из Ульяновска, поскольку по правилам он должен был уступить дорогу. 25 лет в эфире. С вами и для вас.